Всем привет, уважаемые зрители, здорово, подписчики, с вами Константин. Сегодня у нас очередная серия по выживанию в игре Arma 3 Mod Exile. Мы с ребятами пришли втроем сейчас на нашу миссию. Будем ее зачищать. Миссия из трех лычек, как бы почти самая сложная, Mission Warlord Manison. Вот, будем пытаться ее отрабатывать, как получится, не получится, я, ребята, не знаю. Давайте просто посмотрим, что из этого всего выйдет. Напоминаю, идет набор в клан, ссылочка под этим видео в описании, приведет вас на мой Discord. Там я красным ником красного цвета отмечен Константин. Пишите мне в личку, если у вас есть желание играть с нами. Возраст 20+, голосовая связь обязательно через наш Discord. Сейчас в клане уже 6 человек, люди набираются каждый день, поэтому имейте в виду, мы только начинаем. Самое-самое интересное впереди. Все, давайте приступим. Все, ребята, погнали. Чик, сейчас займем позицию получше. Здесь у нас дроган базируется. В принципе, позиция для двоих неплохая, только я, наверное, положение из-за дерева хреново. Пойду-ка вот сюда, в сторонку пройдусь. В принципе, мы работаем с 600 метров. С хорошего 338 пулемета у нас с глушителем. Определяем дистанцию до них 600 метров, да? Выставляем прицельную планку на 600 и ждем ботов, которые останавливаются. Так, куда-то попал, но не туда. Вообще, лучше, конечно, лечь с изготовочки. От первого лица давайте. Четверых убил. Отлично. Пока я тут изготовки принимаю, ребята валят. Где тут зомби? Так, тут зомби, я почищу. Где ты, сладкий? Кричал, кричал и ушел. А, вот он. Зачистили. 4 снайпера тоже убил. Молодец. Так, что у нас тут, ребята, всех... Там у нас вот бронетехника стоит. Там машина стоит с пулеметом. Машина... Да там я вижу Хантер, но не факт, что внутри кто-то есть. Минус. Вон еще, ребятки. Что же вы бегаете все, родные мои? Мимо кассы. Оп, кто-то снял его. Ребята отрабатывают четко. Пока я походил, поболтал тут. Ну, зомбака-то я убил, он еще один упал. В клане проходить миссию одно удовольствие. Боты даже не понимают, откуда ведется огонь. С 600 метров все с глушителями, крупнокалиберные пулеметы. Так, я не вижу ботов. Кто видит? Ну, я уже... Я уже штук 15 стрелял. Жесткий ты типок. Так. Осматриваемся. С моей позиции не вижу ни одного. Все мертвые. Где-то двое бегают по базе, не знаю где. Откуда ты знаешь, что двое? Потому что видел, убежали. Там у меня позиция такая, что одну сторону плохо видно. Просто мы тут двоих положили только что. Вверху, ты видел, в верхней части. Вышка справа от вышки. Башни этой, водонапорной. Справа по отношению тебя? Да-да-да, по отношению меня. Я потихоньку... Ну, там двое было, мы убили там двоих. Ну, значит, уже их нету. Короче, надо потихо выдвигаться. Хотя, по идее, когда все боты убиты, должно быть дым сработать должен. Дима, где ты видишь? А, он уже спускается вниз. Если мы отожмем эту технику и лут, будет вообще замечательно.
На сервере сейчас 17 человек. Оп. Здесь этот один выживший бегал, а, но пустой какой-то первый его уровень. Готов. Ты кого убил? Ты убил чувака или что? Да, одного чувака убил. Но он пустой, с пистолетом был. Не знаю, почему тут бегал. Нет, я не чувака, наверное, убил. Аббас. Модель. Не-не-не, это имя. Это террористические имя... такие типа имена. Это было на самом начале. Оп, слышно. Это баран. Справа кто-то работает от меня. Еще один труп. Мустафа, это походу, блядь. Да это боты. Когда фамилия, имя, это боты. Да, понял. Боты около вас. Угу. Вот ты убил, тишина стала сразу. Так, заходим, заходим. Напоминаю, ребята, идет набор в клан, ссылочка в описании на мой дискорд. Возраст 20+, голосовая связь обязательно. Вижу еще двоих. Блять, они прям на меня вышли. Так, я слишком близко подобрался. Так, баран, ты запарил меня уже. Зомби где-то орёт. На меня смотрит. Прям передо мной. Минус 2. А, хорошо, это я уже к тебе бежал. Да, может, ты быстрее меня перезаряжаться будешь. Меня убьют сейчас, короче, зомби. Блять, 10% осталось, вы меня спасли. Вот так вот с пулеметом хреново перезаряжаться, ребятки. И кто меня спас? Так вот недалеко. Пилец начал перезаряжаться в упор, блин. Хрен попасть, лежа, не встает, еле двигается. Слышал, осматривался со всех сторон и не понимал, откуда. Вон там два бота лежит впереди. Кстати, у них были трубы. Да, у них хорошие. Видите, что значит работать в команде, в клане. Я уже отчаялся, у меня же 10% осталось. Дроган все-таки меня спас. Так, подходим ближе. Ну, конечно, тут и зомбаки выскакивают. Да они сволочи, им пофигу, с глушителем ты работаешь или без, все слышат, бегут. Ну не, его не было, не было, и появился на мне. Угу. И сразу вот да. Смотри, убили, а труб уже нету. Он еще впереди, чуваки, мертвые. Так, я продолжу, да, свою рекламку. Идет набор в клан. 20+ возраст, голосовая связь обязательно. В описании под этим видео есть ссылочка на мой дискорд. Там позиция передо мной прям на 0.56.
Надо отступать. Отступай. Это бот? Да, бот со стороны миссии лупит. Черт. Дроган, у тебя есть дефибриллятор? Да, да, да. Я за угол успел забежать, ты меня поднимешь. Пристрелялся все-таки. Так что я его не вижу, где. Да, сейчас найдем. Ну вот меня убил NPC. Это не человек. 3 минуты. Поднимай меня, пробуй. А как поднимать-то? Там должна стрелочка появиться, если у тебя дефибриллятор есть. Делаю. Со стороны это похоже на что-то другое. Да ты чё? Ну, о, встал, зашибись. 50 хп еще даже есть. А лут верните-ка. О, нормально. Видите, как механика работает. Дефибриллятор взяли с собой. Ты его не видишь-то? Я видел его. Дайте метку на карте, где он есть. Вот напротив нас где-то. Метров 100, 200. Ну не, лесок не мешает, сейчас подбегу. Так, подлечимся. Медицину у меня валом. Ну, хорошо. А он ниже по холме или... Он вообще на поле стоял. И лупил нас по нам из-за куста или из-за камня. Опять зомби, блин, слышно. О, опять стрельба. Это я зомби. Он, короче, я так понял, в этом... На поле в этих колосиках бегает. Колосиях. Так, еще давайте медицину используем. Вот так играете в соло. Убили, все. Начинается геморрой. Залутаться бы хотя бы, ползайте тут. Добираетесь сюда. Вот так вот четко все вместе, хлоп. Дефибриллятор спас. Не зря мы его с собой взяли. Так. Просматриваю поле, вроде чисто, все в колосях, не ясно. Ну я со своей стороны тоже ничего не вижу. А он есть. На видом. Так, GPS есть, прибор ночного видения давайте заберем у него. Что у тебя тут вкусненькая? Медицина, еда. Сейчас как бы не время полутаться, ну раз есть возможность, почему нет. Хороший жилет. Ладно, продолжаем наше движение. Поддержите. Еще одного снайпера убил. Ой, косиком. По нам пулял не снайпер. Ну, убил снайпера. По нам работал. Как минимум со скорострелки чувак работал. Надо было одному остаться на высоте. Хотя бы передавать данные. Мониторить. Так, нас там не пасет какой-нибудь хитрожопый игрок. Движение слышу. Слева от тебя?
Да, машина. Так, становится интересней. Пострелял, пострелял, сволочь, и пропал. Есть бот напротив меня. Угу. Далеко убежал. Не, это зомби. Ясно. Вот где-то здесь он, по-моему, был. Но они бегают, двигаются. Прям где-то зашкерился. В кустах, сволочь. Его будет сложно выследить. Ползком, ползком, вот так вот, ребята. Даже, значит, лучше в приседку не бегать. Заметьте, сейчас время дневное. Бывает даже с расстояния 200 метров, даже если вы ползаете, боты со снайперскими винтовками вас замечают и сразу с одной пули снимают. Поэтому, если есть возможность отработать миссию с 400 метров, с 300 в крайнем случае, с глушителем, отрабатывайте. А с 600 так вообще красота. Так, я подобрался пока что ближе всех. Это говорит о том, что я, наверное, умру. Где же этот бот? Блин, передо мной забор. Вставать не очень бы хотелось. Заметят сразу. Под этим не проползти, да? Если я встану, могут меня начать шмалять. Там в конце забор заканчивается. Давайте-ка сползаем вон туда. Маржолы с той стороны прикрывает. Как бы, я думаю, должен что-то видеть, если что. А посмотрите на карту, на метку я поставил. Вы это поле видели, когда были сверху или нет? Какую метку? Да. Хорошо. Так, я пока не наблюдаю никого. Маржелов идет на сближение тоже к центру карты. Так, техника бронированная с водителем или без? Я не знаю, не видел. А того бота, тот бот, который был перед тобой, ты убил? Стоп, вижу бота, по-моему. А, нет, это мертвый. Так, вставать не надо. Светанулись. Ползем дальше. Слышу стрельбу где-то. Далеко. Маржелов, с твоей стороны трассера пролетают. Это я. Кому он там работает? Там домик желтый такой большой, возле него снайпер ходит. Угу. Так, большой желтый домик. Ориентир — одинокая березка, да? Тут у нас желтый домик. В камышах этих никто не шарится. Димон решил всех наебать. Поперся впереди. Осматриваемся. Куда делся тот бот, который меня убил? Вот это вот интересная затея. Да.
желтый домик, справа от которого стоит квадроцикл, да? То есть за ним. Да-да-да. Ни с моей позиции, ни с твоей его не видно, но он есть. Не-не, желтый домик, если я смотрю на водонапорную башню, слева от него большой желтый, он в лесу такой. Осторожно, вижу, близко вижу. От тебя. Промелькнул только что. Ну вот, где-то он там. На 14 примерно в этих вот зарослях. Слева от тебя, Дроган, где-то там. Да, в грузовике никого нет. Но у него, кстати, тяжелая пушка. Та самая жесткая ствола. Та самая. Да. Я сейчас попробую подползти, может. Наверное, будет закрыт. Возможно, он откроется, если убить этого бота последнего. Вижу снайпера, он выше побежал. Что, в лесу там тусуется, за водонапорной башней, да? Да, но побежал в сторону уже желтого здания, так что скоро будет. Внутри здания стоит. Блин, вижу, без оптики вижу сквозь деревья текстуры вроде бот. Увеличиваюсь, листья мешают его увидеть. Внутри здания минус один. Внутри здания мину поставил? Минус один. А, ясно. Ну вот же, сволочь. Машина открыта. Все, убрал бота. Но кто-то еще стреляет. Это я. Ты видишь тоже? Уже нет, он очень плохо его убил. Но я убил только что туда, куда ты стрелял. Все, миссия зачищена. Все, пошел дым, розовый дым. Все, миссия зачищена. Что мне делать, вам бежать или тут остаться? Наверное, прикрывай нас пока со стороны. Если что, может, увидишь. Машина сломана. Двигатель. Бензина нету и колеса одного нет. Ее надо зацепить, значит. Надо найти технику поблизости, которая тягает. Обязательно. Так. Кто стреляет? Я. По зомби. Хорошо. Да умри ты уже. Бронированный, блядь. Так, лучше лечь, не страдать херней. Насквозь прошивает. Жесть. В голову ж падлу прицелиться, да? Так, это дело мы сейчас... Хочу нам вертолет заводить. Вырубим. Искать это не развит хочешь. Так, может, поблизости есть какая техника? Я не видел. Я тоже. Короче, да, тогда пошел я на вертолет, за вертолетом. Да, давай, я прикрываю, а ты бежи за вертолетом. Вы пока собираете трупы, лутаете, может. Или Игорь, ой, Дима пусть собирает, облутывает. Ты прикрывай. Да, я здесь останусь. А да. Я пойду за техникой искать, чтобы забрать это. Я уже полный, уже не лутать. Так ты грузи в грузовик, или он тоже забитый. В Хантера. Так, вертолет наш.
До вертолета 1000 метров. Ну вот так вот ребята зачистили. В принципе, неплохо так повеселились. Одному, согласитесь, так очень тяжело. В таких рельефах карта Таноя, она как бы вынуждает игрока вот к таким действиям. Приближаться, искать укрытие. Не то, что на Алтисе, где одни равнины фактически. Так, сколько можно, а? Вырубим. Так. Поэтому, ребята, кто с нами хочет играть, повторюсь третий раз. Ссылочка в описании на мой Discord. Возраст 20+. Переходим в Discord. Пишем мне, мол, так и так. Хочу с вами играть. В личку, да? Всматриваемся. Потом с вами побеседуем. Ну, не со мной, так с другими ребятами, которые уже набраны. Вот. По крайней мере, до тех пор не было ни одного человека, которого я бы как бы там отшил, да? Такого не было. Если ребята правду говорят, возраст свой, голосовая связь есть, никаких проблем нет. Вот. С какой страны вы там, тоже мне это мало волнует, а бы русскоязычные были. Чтобы с вами можно было контактировать, разговаривать, да? Так, моя задача найти технику, чтобы зацепить Хантер. Хантер с тяжелой пушкой. На таком аппарате можно проходить такие же миссии, стать где-нибудь в метрах 50-400. И просто разбомбить всю миссию, короче. Но при этом нужно быть аккуратным, потому что могут ребята прицелиться. РПГшники противотанковые, да? И дать залп. И этого хватит, чтобы вас уничтожить. Вот так вот. Так, только бы рядом был какой-нибудь грузовик. Или хотя бы какой-то хаммер тоже цепляет. Одни бараны. Вот баранов тоже намочить, нарезать. Можно будет кучу мяса притащить на базу. Это мясо пожарить, запас сделать хороший. И не надо париться о открывашках. То есть мы всегда как бы думаем об открывашке, ее надо купить. Потому что все баночки с едой, в основном, ну если не считать чипсики всякие, то та еда, которая дофига дает как бы. Мне кажется, что справа кто-то стрелял. Который хорошо восполняет здоровье, она в банках. Вот. Если нет открывашки, то получается вы не сможете потрапезничать. Ну какой обзор. А если у вас мясо нажарено, оно мясо восполняет вам под 100 здоровья. То есть не здоровье, а голода. А тебе бегают. Чего? Игроки бегают тут. Не вижу. Прям возле меня. Так, смотрим. Слышу стрельбу. Так, не мешало бы мне попить сейчас. Очень нам охочется. И осмотреться. Почему-то мне кажется, что где-то здесь. Вот это вот стрельба от вас идет? Не, у нас нет ничего. Но игроки есть тут. Рядом со мной стрельба. Вы ее слышите? Вообще? Нет. Значит, кто-то по зомби работает. Так, надо взлетать. Никого. По полю никто не будет бегать. В здравом уме, я думаю. Или будут. Ну, это походу из-за того, что миссию зачистили. Сюда сейчас падальщики сбегаются. Драгон, может быть, сядь за пулемет. Там, значит, там тепловизор должен быть. Посмотри этот лес.
Опачки. А к нашему вертолетику уже приехал страйдер. Страйдер закрыт. А взрывчатки нет. Ты кого-нибудь видишь? Да, возле меня бегает, тебя походу ищет, так что там аккуратней. За тебя? Опа, прям возле прям на мне. Вертолета тело. Так, возле вертолета тела оно все быстрее заминировало верт. Блин, надо было зомбака не убивать, он услышал, что я рядом. Так, надо прицел вообще убрать. Сейчас он очень мешает. Надо ближняя дистанция. Так, ищем ублюдка. Где же ты? Нету. Он где-то там шарится. Ладно, рискнем, подойдем ближе. У меня с собой все равно ничего ценного нету. Ах ты сволочь. Только я повернулся. Меня сняли возле вертолета. Короче, как-то так, ребята, получилось. Знал он, что на высоту я выйду, наверное, со стороны. И видел меня от третьего лица. Я решил посмотреть влево. Пересмотреться лишний раз. И погиб. Ну... Какое есть, такое есть. Все, спасибо, ребята, за ваше внимание. До скорых встреч. Сейчас мы их накажем. Все равно преимущественно на нашей стороне. Да, что-то едет к нам. Все, пока-пока.